времени. Может быть, скоро пойдем все-таки закоопим в оригинальный дипрок сегодня с Пепегой Мерсером. Часиков, может, 6 по МСК, то есть еще полтора, там, 2 часа, может, побегаем. Что делаем? Хочется докачать инженера. Что для этого сделать? Как будто вот здесь вот хочется сразу пройти инженером-подрывником, да. Опять, давайте еще одна попытка по пулеметчикам Джиггернаута. Не люблю этого Джиггернаута, но... Бери бурильщика и... Я не беру бурильщика! Ребята, я не играю бурильщиком. За... Сейчас я минуточку. Сколько часов у меня в игре уже? За 22 часа в игре я наиграл бурильщиком, наверное, 30-40% времени. Я больше не играю бурильщиком. Он слишком кайфовый. Я обожаю этот класс. Субата шикарная базовая пушка, которая убивает и мобов, и боссов, и все подряд. Он офигенно легко прокапывается везде, поэтому нет. Нет. Скорость перезарядки. С другой стороны, это пятая сложность. Пятую сложность любыми классами сложно проходить, да? Боже мой, я вообще урона не наношу. Тут гриб спрятался. Да. Сложно. Снайпер смеется с сторонки. Ну, ребят, ну проходите одним классом все сложности. Это кринж. Одним, даже не то, что одним классом. Ладно, там у класса можно разные подклассы брать. Но проходить одним и тем же способом. И чё, а где потом контент в игре брать? Он же быстро закончится. Так, пока что я считаю, что, опять же, билд на грозовой пушке — это лучшее, что я могу собрать этому челу. Да. Как будто бы. В чем фишка Джиггернаута? У него броня стартовая высокая. И при получении урона он еще повышает себе урон до 5 раз. Вот такой вот товарищ. Отталкивание размера обоймы. Повезет, если я на револьвере возьму саппортную штуку, пока револьвер в откате. Пока револьвер в откате, мы получаем больше этого. Ух ты ж, нифига себе, вот это старт. Мы получаем больше брони. Да как же оно подкачивается, это жесть просто. Ну давай. Да, просто мы красим пистолет бесконечно. Вот оно есть, удваивание брони, но... Быть, ну, пробивающие снаряды все-таки топ.
Вот я тоже думаю, может быть, увеличивать броню в два раза, пока я револьвер. Я в прошлый раз так джаггернаутом играл, выглядит неплохо. Схема, ну, как будто бы рабочая. Прям вот рабочая. А дамажить будем пытаться вот этой пушкой. Спасибо большое. Да немного в копилку. Тоже обновляю комп. Сын грустно. Да, цены сейчас. Типа, кто бы мог подумать, что за 80 тысяч только надо обновлять проц, майс. И то это будет не самое топовое, которое можно взять. И я, конечно, тоже в шоке немножко с цены-то, правда. Ну-ка, искали. Мы все еще до конца не выбрали, что конкретно брать. Ну да. Вот здесь пробивашку возьму. Тогда общие КД и КД на револьвер нельзя брать. Но я и не планирую больше. Вон. Так, пора отсюда сваливать. Прокать. Это да. Что меня продамажило? Лапка. Вот сюда нужно скорость перезарядки брать очень. Я, возможно, даже боссов добью этой херней просто-напросто сейчас. Дропом и нормально. Блин, что такое говно падает? А, кстати, при получении урона, я же супер затанкованный чел. Получаем урон, качаемся. Здорово. Вот это кайфово. Блин, или урон кинетическому всему. Вот это сложно. Спасибо, Данготар, еще раз. Блин, 1000 рублей. Кайф, донейшн акцепт. Еще раз полосочку, кстати, на сколько ты? До 20к добил. Найс, найс, спасибо. Уверен, что если ты целишься на МД и М5 соки, то там затупни в ценах на проц, на мате память, они неадекватно стоят месяц-два назад точно. Да, скорее всего, так и будет. Теперь становись в лаву и качайся. Да, только... Здесь нет лавы. Не только затанкованный, еще и 60 надо насобирать. Это тоже верно, да. Блин, как будто вот это будет сильнее. С другой стороны, это тоже надо качать. Если здесь пробитие придет, будет жестко. Нафиг. А вот тут я не знаю, что последним брать. Я ненавижу миниган. Эпик сильнее, но в перспективе этот может быть жестким, потому что пистолет на самом деле БРТ хороший. Гранату, да, конечно, кал полный. Огонь, немножко горения врагам. Может быть. У него пробитие есть. У него нет пробития, он у меня не качан. А пулемет я брать не буду. Ну, понятно, я лучше возьму обычную зажигалку. Да, это не кинетика. Чё ты вниз стреляешь? Или вправо стреляешь? Ну, она хотя бы пассивно будет какой-то небольшой урон наносить. Пассивно, это нормально. Единственное, она будет обзор перекрывать еще жестко. Давай так. There's beasties to shoot and work to be done. Get to it, Miner. Не хочу мету качать, копать. Хочу выигрывать.
Выигрывание мне нужна фугасочка жесткая. Еще мне надо, как в прошлый раз, искать какую-то открытую местность, видимо, чтобы... Блин, ну это дальше качать, иди в задницу. Включи циферки. Не, мне пока интересно, поскольку оно бьет. Больно. Вот тут элитка. Да что ж ты так больно-то, ну... Я же затанкованный! Я сейчас помру просто. Из-за того, что пытаюсь фугасом нормально стрелять. Сейчас выстрелы почему-то вообще вверх пошли. Можно мышкой управлять. Ты знаешь, я бы иногда на некоторых персах хотел бы это делать. Но, к сожалению, нет. Нельзя. Ну, давай. Стальное оружие плюс урон. Блин, я тебе недавно легендарку взял на плюс дамаг. Мне важно пробитие найти. Давайте в утиль вкинем. Чтобы быстрее левел качнулся. Фугасочку вниз, пожалуйста. Что надо? Мне реально сейчас надо как-то врагов поубивать, иначе их будет слишком много. Он и убежал в закат. Чё вниз-то? Во, хорошие выстрелы, урон снарядом 20. Я еще фугас даже не качнул, при том, что это мое главное оружие сейчас, да? Две мухи. А наверх. Налево, ну почему налево? Вверх выстрела, класс. Походу надо убивать и боссов в том числе, потому что иначе... Ну фугаску, ну... Ну и кал. Да наконец-то, пробитие. Тут тоже нет, не дают пробития. Утиль. Тридцать 9 хп. У меня есть на хил, хватит. 50 есть. Эй, чё?
Что происходит? Нет, все зависло. That's it. Pulling the pod out before we lose it. You did not make it in time, Miner. Okay, that's not fair. The drop pod just left me. Okay, that's not fair. The drop pod just left me. Интернет отключился. Нет, Клава. Нет, вы же видели, я стоял на месте, я не мог двигаться. С трапа в бок нельзя ходить. Ну, да, какая-то дичь. Гранат, как всегда, по ДПСу плюс автопушка. Блин, ну еще один. Еще один забег на этом же персе. Блин, там столько... Так много опыта было на старте. Да, меня не дамажили, я уже был в капсуле. Конечно, это чистой воды баг. К сожалению. Но ранний доступ. Ранний доступ, хер. Клепанить, что ли? Же плохо на старте револьвер. Реально, револьвер надо использовать для брони. Уж не знаю, помогала она мне или нет. А чё ты не стреляешь? Ага, у тебя ты типа только в миле стреляешь. О боже мой. Ну, чё теперь, не брать скорость перезарядки, что ли? Не знаю, может револьвер можно как-то сильно накачать. Я скорее всего не видел его последнего усиления. Риту огневую гранату возьми лучше кинетическую. Которую у меня не прокачана. Ребят, я на пятой сложности играю. Какой нахрен бери кинетическую? Нахрен мне кинетическая? Искусали по 30, стали кусать по 25. Судя по всему, все-таки процентное снижение урона. Хоть мы нигде прочитать этот процент и не можем. Да, флетовая цифра бы слишком сильно снижала урон. Докопаю. Это из-за класса, да, я знаю, там минус 50 дальности идет, я помню этот момент. Мы сейчас по классике на пятом уровне либо находим фугас, либо сосем бибу. Я склоняюсь ко второму. Или сосем бибу, если находим фугас в том числе. Нашли. Почему влево-то? Спасибо. Тут как раз опыта полно. Гроза — это снайперка для бедных. Блин, урон револьверу, но он не дамажит. Вдруг начнет. Я все еще верю в слабые пушки. Пробивающий снаряды, ебой! Ебой! Оно! Магнит! Oh, так,
Берем. Минус скорость перезарядки, плюс броня, револьвер. Ты мне нужен, только чтобы меня не убивали. Понял? Перезарядку фугаса нужно. Семнадцатый уровень. Я не уверен, что я прям хотел брать сейчас этот, ну... Не, кричанс на нем не хочу сейчас накачивать. Эти мелочи еще какое-то время поубиваем. Я прям сильный сейчас. Можно фармить. Прям можно фармить. 21 левел. А, ну вниз стреляет. Блин, я думал чуть правее. Так, тихо, стой, не умирай. Только не смей. Найс. Ну и регенерации добавить. Игра вылетела на 4 уровень, идеальный ранг по мойкам, печаль. Слушай, у меня реально ни разу не вылетало. Что-то тебе прям не везет. Но у меня сейчас зависание дурацкое было. Давайте вот горение возьмем. Дроны, которые ищут и уничтожают, а вернее, я так понимаю, поджигают ближайших врагов. У меня сейчас забагало, и я на трапе застрял. Это же было довольно смешно. Зависание иногда вылетает. Не, у меня прям не было такого. 26-й левел. Все, валим. Скажи, пожалуйста, что значит оверклок на турелях добавляет один заряд? Смотри, у тебя у турелек снизу под полоской кулдауна есть количество зарядов. Они тратятся только когда ты останавливаешься и раскидываешь их. Если у тебя, если ты просто бегаешь и никогда не останавливаешься, турельки выставляются по КДшке. Так что если у тебя там 6 зарядов, иногда стоит остановиться, раскидать и как бы... А что? А почему так мало? Ну ладно. Продолжить. Голду справа отбора не забрал. Бывает. Иногда вообще не видно, в какую сторону взрывы стреляют. Вот. Можно регулировать, где турель кинешь. Просто остановиться. Не конкретно где ты их кинешь, а ну как бы их можно раскидать. Блин, муха больно. Я тоже не сразу это узнал. Про заряды и про то, что их надо вот так вот закидывать самостоятельно. Очень очевидно. Да куда? Почему вперед-то? Кажется, я понял. Он выбирает цель перед собой.
ближайшую цель перед собой, на которую ты смотришь, наверное. Фугасочкой. Так, то... В игре, в принципе, инфы мало, да. Я об этом писал как об огромном минусе. Любой рогалик должен быть максимальную информацию тебе давать обо всем, что произойдет с тобой после того, как ты возьмешь то или иное там усиление и так далее. Это прям факты. А что здесь взял на этом? Щит перезарядки, да? Классно. Yes, нахер револьвер. Уже босс. Интересно. Что у меня? Я маркит вообще не прокопал, да? Понятно. Сейчас заставим боссов копать маркит. Хе-хе-хе, сюда. Лошары. Да, дробовик, который стреляет перед тобой, одна из самых сильных пушек, конечно. Вепрь. Называется вепрь. Делали квест. Так, мне на самом деле сейчас нужен какой-то открытый локо, чтобы я смог подфармить мобов. Да. При этом не убивая боссов. Ну вот типа вот этого. Блин, все пули вверх летят, отстой. Сейчас надо вправо. Они, блин, полетели наверх. Видимо, все-таки от меня выбор не особо зависит. Куда они будут стрелять. Просто там пытался повернуться в нужную сторону. Блин, без магнита как будто мало опыта набрал. Пробитие. Как насчет усилить просто фугаску по максимуму? Давай. Стоп, не убей, случайно. Ну чё за говно? Давай ворот попробуем. Я понимаю, что у меня перс, который как бы урон получает, но... Блин, ну и кал. Короче, вообще везде один кал. Ну я отошел от него, я его видел. Я хотел от него отойти, взорвать еще право, а потом уже побежать напрямую к этому. Две взрыва.